Воскресенье сегодня. Вчера не смог выбраться. Погода была замечательная. Сегодня вот зараза еду. Погода не очень хорошая. Туча такая заходит со стороны Мигулинки. Ну, как говорится, охота пуще неволи. Едем в соседнее село на дискотеку. Рыбалить мы едем. Лодочка сзади прет. Вот так вот как-то. Комбикормовый завод. Знакомые места. Совинка. Надо тут крест кинуть себе. Ну вот мы и на рыбалочке. Прекрасная погода. Все-таки тучки отогнало. И вот уже первый окунек у нас попался. Рачка, который я в предыдущем видео анонсировал для всех рыбаков. Вот такая вот хитрая приманка. Хитрейшая. Ну все, окунек, сейчас мы его вот снял окунька. Еще вот приманочку хочу показать. Ничего не такого нету. Вот окунь видит в ней рачка. Вот такая вот вещица. Снова щучка сегодня. Сейчас только что под сачком взял ее. Ну не такая мелкая, но не такая крупная. Говорится, ну, отец говорит, едовая. Красивая щучка. Такая вот. Зубы покажешь? Не хочет она зубы нам показывать. Такой некрупный судачок попался. Совсем меленький. Надо его отпустить, конечно. Но, тем не менее, тоже вот схватился на рачка. Взялся у меня такой судачара, вот видите, чуть больше пальца. Ну его-то мы сейчас, конечно, отпустим плавать. Плыви, братишка, плыви. Все, пошел, расти. Вырастет, я потом приеду, поймаю его годика через 3. Что, подошло время домой собираться. Хорошо отдохнул. Ну, все-таки поймал немножко. Так, чтобы много, окунечки, всякие коробочки. Ну, короче, не с пустыми руками домой попробую. Ну, главное не это. Главное то, что отдохнул от души. Рыбайте, отдыхайте тоже. Берегите себя. Традиционная песня из-за острова на Стрежень. За острова на стрежень, на простор крутой волны, выплывали расписные, стенки разина челны, выплывали расписные, стенки разина челны. Всем пока-пока.